Добрый день, дорогие друзья, уважаемые родители, уважаемые преподаватели детского дошкольного учреждения под названием «Петушок», расположившегося в селе Кукуево. Сегодня я хочу поздравить всех, кто принимал активное участие в получении дошкольного образования. Благодарю директора детсада Василиса Васильевна. Спасибо вам за ваш вклад в будущее нашей страны. Родина вас не забудет. Ну, а выпускники будут помнить вечно. Благодарю всех родителей, которые скинулись деньгами, и благодаря которым я имею возможность поздравить вас. Дорогие выпускники, я поздравляю вас. И надеюсь, что в школе вы... Я хочу это подчеркнуть. Каждый из вас будет получать только хорошие отметки и никакие другие. Закадровый голос убирается. Еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья и только всего самого-самого доброго. Приносите пользу для нашей Родины. С выпускным всех спасибо. Ура!